Что отремонтировать, решают первоуральцы. В городе набирает обороты голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Муниципалитет участвует во всероссийском конкурсе по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать предлагается между участком городской набережной от новой детской площадки в сторону жилого комплекса «Оптимист» и прутками за мечетью на улице Гагарина. Проголосовать можно, придя в управление ЖКХ, а также онлайн, к примеру, на сайте администрации в разделе «Опросы» и в официальном сообществе муниципалитета ВКонтакте. Такой возможностью уже воспользовались почти 3000 первоуральцев. По окончании голосования для выигравшей площадки разработают несколько дизайн-проектов. Лучшие из них вновь предстоит выбрать жителям. В финале проект благоустройства отправится на федеральный уровень, где определять победителя будут среди участников со всей страны. Все муниципальные образования подают заявки для участия в данном конкурсе. И если наша территория, наш проект победит, то городской округ Первоуральск получит грант на реализацию данного проекта.